Приветствуем вас на канале семьи Савченко. Сегодня у нас новый день и новая работа. Вот у нас новая знакомая наша принесла своего малыша, чтобы во время, когда она работает, мы за ним смотрели. Это бэбичка, которого Викочка будет смотреть теперь. 4 часа каждый день его зовут. Как его зовут, Дженнифер? Лукас. Лукас, он вам нравится? Mm-hmm. А какой он мальчик такой вот другой? Почему он другой? Китайский мальчик? Но не трогай его, пусть качается. Mom, Jennifer can't sleep. Да, Лукас уже засыпает, так что вы его не трогайте, пусть он спит. Это не сон, это качелька. Быстро и медленно качается. Ну, нажми. Это просто медленно будет качаться. А где ваша подружка Фия, которую вы смотрите? Где Фия? Ну все, бегите, играйте. Пусть он засыпает здесь. Вот пока у нас тут малыш спит, старшие девочки, ну, старшие и младшие девочки гуляют на улице. Что вы делаете? Джанел, ты что делаешь? Я книжку. Книжку читаешь? Мама, это русская. Русская мама, книжка, интересная? Мама! Да, интересно? Или ты не понимаешь пока? Я не понимаю, я только... Картинки. Да, картинки смотрю. Молодец. А ты знаешь? Ага, мы потом почитаем. Мама! Да. А ты что, на папиной машине лазишь? Я знаю! Ну, это ж вам не горка. А папа, думаете, разрешает вам так делать? А вон он стоит, в окно смотрит. Нет. Где папа? Что он сказал? О, вон он, папа. Подглядывай за вами там. Папа! И ты это рисует? Are you coloring? Wow, what's that? Is this a star? That's a beautiful star. Вика делает еду малышу. Вика, что ты там ему варишь кушать? Смесь? Сейчас проснулся и голодный. Лукас. Сейчас тебе Вика сделает кушать. Hi, baby. Так смотрит на тебя. Хорошенький такой спокойный малыш. Поел, поспал, погулял. Вот и Викочке теперь разнообразие еще в жизни. Вот Вика тут заботится о бэбичке. Ты ему что-нибудь взяла? Бррр. Ты ему нравишься. Он с тобой разговаривает. Вот сейчас уже послеобеденное время. Детки пришли из школы. Вот Вовочка и Викочка делают свою работу. Так, у Вовы косилка что-то не заводится. Во, завелась. Тяжело ему косить, потому что трава уже высокая, а женщина это не хочет, чтобы он часто косил, ну, наверное, чтобы, может быть, не так дорого было платить, поэтому ему тяжело косить по такой высокой траве, но ничего, упражняется, к концу лета у него уже мышцы такие, наверное, большие вырастут. Вот так прошел один еще день. Спасибо, что были с нами, оставляйте ваши комментарии, подписывайтесь и приходите к нам еще. До скорых встреч, пока!